Линейка смартфонов Galaxy S24 вышла очень крутой. Настолько, что даже я не удержался и взял себе базовый S24, чтобы вкусить всю суть галактического искусственного интеллекта. Однако время идет, и в сети появляются новости, связанные с серией S25. И, судя по всему, компания Samsung готовится нас удивлять. Сейчас все подробно обсудим, но перед началом рекомендую подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить выход свежих видео. Всем привет! Вы на канале Копипаста. У микрофона Антон. Поехали! Начнем с процессора. Как сообщает портал VCCFTech, компания Samsung планирует запустить массовое производство чипов Exynos 2500, выполненного по 3-нанометровому техпроцессу. Это будет первый чип Samsung, выполненный по данному техпроцессу. И вероятнее всего, этот камень будут использовать в смартфонах серии Galaxy S25. И вот тут начинается самое интересное. Как сообщает портал Android Central, чип Exynos 2500 будет более энергоэффективным, чем Snapdragon 8 Gen 4. Это, в свою очередь, значит, что смартфоны с процессором от Samsung будут работать дольше от одного заряда аккумулятора. А автономность — это очень важно, и смартфоны Samsung в этом плане очень хорошо продвинулись вперед. Как и в этом году, Samsung планирует выпускать смартфоны Galaxy S25 в двух вариантах — с чипом Exynos 2500 и с чипом Snapdragon 8 Gen 4. Причем, как и в этот раз, Galaxy S25 Ultra на всех рынках будет оснащен решением от Qualcomm. И скажу честно, в современных реалиях разницы вы практически не заметите. И я сам был хейтером Exynos, но сейчас, пользуясь S24 на базе Exynos 2400, не испытываю абсолютно никаких проблем. Возможно, если бы я играл в игры, ситуация была бы другой, но вот в обычном повседневном использовании разницы между смартфонами на Snapdragon 8 Gen 3 нет никакой. Все работает плавно и без проблем. Как сообщает портал GizmoChina, Samsung тестирует прототип модели Galaxy S25 Ultra только с тремя камерами сзади. Компания рассматривает возможность отказа от трехкратного телеобъектива. Он будет заменен цифровым зумом. Также были слухи о том, что в новой серии S25 может отсутствовать многослойная батарея для более энергоэффективной работы. Вместо этого Samsung планирует использовать искусственный интеллект для экономии энергии и увеличения времени автономной работы. Также компания будет дальше развивать Galaxy AI. Исполнительный директор Samsung Чо Чхоль Мином из подразделения System LSI заявил, что компания продолжит партнерские отношения в плане внедрения технологий искусственного интеллекта. В частности, речь идет о Gemini Nano 2, продвинутой языковой модели от Google. Точность и скорость увеличится, ну а пользователи будут рады новым фишкам Galaxy AI. Рады, пока Galaxy AI не станет платным. А потом, конечно же, пойдут искать решение. Ведь сейчас выбор огромный. Можно использовать Google Gemini, можно чат GPT-4o от OpenAI или даже Copilot от Microsoft. Единственное преимущество Galaxy AI — это то, что он встроен в систему и стандартные приложения. Не стоит забывать, что это ранние слухи, и до анонса смартфонов серии S25 более полугода, так что относитесь к ним со здравой долей скептицизма. Ну а мы и дальше будем держать вас в курсе всех актуальных новостей из мира технологий. А чего вы ждете от смартфонов серии Galaxy S25? Ваши мысли по этому поводу мы, как и всегда, ждем в комментариях к видео. Все комментарии мы обязательно читаем, а на самые интересные с радостью отвечаем. Ну и самое главное, что вы можете сделать, это подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить выход свежих видео. Вы были на канале Копипаста, у микрофона Антон. До связи и хорошего дня!